Дорогие друзья, только что вы слышали волшебные звуки челесты. Каждый раз мелодии «Серенады весне» композитора Татьяны Смирновой мы открываем наши музыкальные встречи. И сегодня, как и прежде, вас приветствует композитор и пианистка, автор программы, ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова.
Дорогие друзья, добрый день. Я рада приветствовать вас в новом зале для нас. Несколько непривычно, но очень, по-моему, уютно. Сегодня наша встреча посвящена двум гениям. Двум совершенно разным композиторам, но имеющим одну землю. Францу Шуберту и Йозефу Гайдну. Вот произведением Гайдна я открыла сегодняшнюю встречу нашу. Надо сказать, что вот это произведение Гайдна, оно очень редко исполняется. Я сыграла фрагмент сонаты, я сыграла только первую часть. А соната трехчастная. Это одна из последних произведений Йозефа Гайдна, уже очень зрелого мастера. И вот здесь присутствуют уже все поздние черты этого стиля, стиля венской классики. А вот мы сейчас говорим о каком же городе, который объединил этих мастеров? Вена, да. А вот что, как кажется, по-вашему, входит в понятие венская классика? Кто может сказать? Родились, работали в Вене, правильно. Это определенный период. Период, я немножко попрошу чуть-чуть пригласить, если можно, потому что мне в глаза светит, мне очень трудно общаться. Софиты, если можно сделать. Так вот, они действительно как бы принадлежали этому городу, и не только они. Это город с огромными традициями Вена. Вот так очень хорошо, да, спасибо. С огромными традициями, музыкальными традициями. Можно сказать, что это одна из таких столиц европейских музыкальных, где изначально звучит музыка, где собирались, музицировали, где создавали ансамбли, на улице города звучали ансамбли разных составов. Это город очень веселых, подвижных, ну, как пишут, во всяком случае, современники Гайдна и Шуберта, несколько легкомысленных людей. Но это вот пошлые, как говорится, периоды. Конечно, город сейчас очень изменился, но все-таки город весь напоен музыкой. И это самое замечательное, потому что именно в этом городе почти все музыканты мира побывали, и даже очень многие жили в этом городе, находили вот эту атмосферу, очень подходящую для творческого горения, для воплощения творческих планов. И это самое замечательное было, что вот они общались. Мы вспомним и салоны, в которых выступали когда-то Фредерик Шопен, да, Ференц Лист. Тут можно почти всех перечислить, и из наших русских музыкантов Вену никто не обошел, потому что Вена – замечательный город. И вот когда мы говорим о венской классике, это определенный период. К нему относится творчество таких гениальных композиторов-мастеров, как Моцарт, конечно, еще подскажите мне, Бетховен, правильно, совершенно верно, и Йозеф Гайдн. Вот эта вот триада гениальных мастеров создала то самое понятие, которое мы сейчас с уважением и гордостью произносим – венская музыкальная классика, венская музыкальная школа. Но, конечно, жизненный путь очень сложный вот этих мастеров, и мы сегодня будем как бы дарить некоторые произведения, принося им в дар вот наше исполнение, потому что вот и недаром называли приношение Францу Шуберту и Йозефу Гайдну, потому что творчество их необозримо, совершенно необозримо, и того, и другого. Но если один Йозеф Гайдн явился как бы родоначальником такого стиля классического, когда было завершение классической симфонии, классической сонаты, классического цикла симфонического, то, конечно, скажем, Шуберт – это романтик. Это романтик, создавший огромное число произведений. У него более 1000 произведений, более 1000, вдумайтесь. А прожил-то он всего 31 год. 31
один год, это вот когда только начинается зрелость музыканта, зрелость человека, а он уже ушел. Так случилось, и жизнь очень тяжелая. И семья его прочила совсем другие, как говорится, профессии. Но он не мог без музыки, он не мог без того, чтобы выразить свою душу, отношение к миру. И вот именно вот этой музыкой, трогательной, чистой, удивительной, прекрасной музыкой, в которой он выразил свою душу и весь мир, как он им видел. А Йозеф Гайден, это уже мастер, он, конечно же, прожил гораздо большую жизнь, все-таки это уже 70, за 70 лет это уже мастер, который сложился, стиль его сложился. Но вот что интересно, если Йозеф Гайден служил долгое время капельмейстером, князь Эстерхази, это вы знаете все, это я вам не буду рассказывать, но если... В конце жизни он переезжает в Лондон и создает 104 лондонских симфонии. А до этого, да, и грандиозные циклы сотворения мира, ораторию, времена года, ораторию. И более 30 опер принадлежат его перу. Огромное творчество, необозримое. И поэтому вот это вот небольшое произведение, оно в небольшое пространственно-временном отношении, потому что оно идет, ну, допустим, соната, вот это одна из таких больших крупных сонат, там уже это первая часть была, а еще вторая и третья, философская вторая и третья замечательная аллегра. Все-таки это сравнение с симфоническим жанром, по сравнению с оперным жанром, конечно, это... мелкая форма. И вот таких он создал 52 сонаты. 52 сонаты тоже. Вот вдумайтесь даже в число цифр, сколько же человеку, музыканту надо работать, какой надо иметь базис, сколько надо знать и сколько надо написать, даже технически написать. Вот мы всегда поражаемся, говоря, скажем, о Моцарте тоже, гении, которому мы посвятили целую встречу большую, вы помните, позапрошлом году или прошлом году, да. Так вот, Моцарт в 35 лет создал невероятное количество, и мы поражались, как возможно человеческая природа, до чего, так сказать, все-таки она уникальна, что человек мог создать и технически написать столько партитур. А ведь одну партитуру композитор пишет, очень долго может творить. И одна партитура, это вы представляете себе, сколько там строчек. Кто у нас знатоки? Сколько строчек в партитуре? В симфонической партитуре. Сколько строчек, как вы думаете? Ну, смелее, смелее. Ведь я об этом как-то рассказывала. Может быть, 18 строчек, каждому инструменту посвященной, каждой группе посвященная строчка, да, написанная композитором. А может быть, двойная партитура, вот уже большие, как говорится, полотна, может быть, и 30 строчек в партитуре. И все это написано каждому инструменту, а потом все звучит в оркестре. Это же богатейшая палитра. И все это должен знать композитор, уметь и написать. Так вот, Гайден – это, конечно, уникум. Это гениальный композитор, который создал ту музыку, которая играется сейчас везде. С удовольствием, вот сколько лет прошло уже, с его рождения прошло 275 лет. Вдумайтесь в эту дату, 275 лет. И мы обращаемся к этой музыке и находим много в ней созвучного нашей душе, нашим представлениям, нашим струнам душевным. Но рассказать можно много, а мы хотим, чтобы музыка звучала. И вот у нас есть замечательная традиция в клубе, вот кто сегодня первый раз, может быть, присутствует, то я могу рассказать об этой традиции, а кто уже часто ходит, все знают. Ведь музыка и поэзия неразрывно, да, связаны. И, конечно же, вот я вас очень попрошу, я забыла вам об этом сказать в самом начале, строгая просьба выключать все мобильные, потому что у нас идет запись, это первое, а второе мы отвлекаем. Вот
Когда мы говорим о традиции, а наш клуб очень с богатыми традициями, уже 38 в этом году, 39 сезон. И вот традиция богатая, чтобы звучала у нас поэзия. И сегодня есть эта возможность снова. И сегодня мы слушаем, хотя мы говорим в основном о Вене, но у нас такой цикл, который продолжается на всем периоде нашего абонемента. Мы слушаем русскую поэзию, золотые ее страницы. Итак, я приглашаю на сцену, читает артист Андрей Гетман. Пожалуйста. Свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал. И столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, с душою прямо геттингенской, красавец в полном свете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомненье сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете, под небом Шиллера и Гете, их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и муз возвышенных искусства. Счастливец он не постыдил, он в песнях гордо сохранил всегда восторженные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушный, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние красы, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклой жизни цвет без малого 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежитием искусства, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою,
Ленский везде был принят как жених. В таком обычае деревенский все дочек прочили своих за полурусского соседа. Зайдет ли он, тотчас беседа, заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: Дуня, примечай. Затем приносят и гитару, и запищит она: Бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились. Потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так, люди, первый каюсь я, а делать нечего, друзья. Но дружбы нет, и той между нами все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал. Но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чужие чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, поэта пылкий разговор, и ум еще в суждениях зыбкий, и вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново, он охладительное слово в устах старался удержать и думал: глупо мне мешать его минутному блаженству, и без меня пора придет, пускай покамест он живет, доверит в миру совершенство. Простим горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. Артист Андрей Гетман. Ну, конечно, все знают, откуда главы были прочитаны, да? Я не буду напоминать. И хочу сказать только, что вот неразрывно связана была музыка Франца Шуберта с поэтическим словом. Он работал со многими поэтами. И один из поэтов, которых он очень любил, стихи которого постоянно писал, это был Шубарт. Вот здесь странное совпадение. Одна буква разнит этих двух гениев австрийских. Шуберт и Шубарт. Поэт Шубарт. Так вот, когда иногда смотришь, хочется смотреть какие-то новые произведения, листать ноты, натыкаешься на какие-то удивительные открытия. Знаете, вот так я один сборник нашла, очень интересные, изданные в Германии. И были там напечатаны малоизвестные произведения и немецких, и австрийских, и даже русских, там туда попали, Федор Ильич Чайковский, для фортепиано. И вы знаете, возникла мысль, как бы услышать это в другом инструменте. И так возникли несколько транскрипций, которые я сделала. И я хочу вам сегодня показать их. Вот транскрипции трех произведений, но я сделала больше, и там другие авторы, и потом впоследствии обязательно покажу вам, потому что это удивительная музыка. А сегодня будет Гайден и Шуберт. Гайден нашла минуэт,
скромный маленький минуэт. Но, вы знаете, он просто меня поразил. Это вот прямо как квинтэссенция, как говорится, стиля такого гайдновского. Вот будет звучать минуэт Гайдна, а потом два вальса Франца Шуберта. Тоже флейта и рояль. Мне вот захотелось сделать для флейта рояль. Благо, есть у нас очень хорошие музыканты, которые могут это исполнить. И я хочу вам представить артистку оркестра театра Станиславского Мирович Данченко, Людмила Сурикова, которая мне поможет, и мы с ней вместе вам сыграем с удовольствием эту дивную музыку. Людмила Сурикова. Значит, будет сейчас звучать минуэт Гайдна, Йозефа Гайдна, и два вальса Шуберта. У нас, правда, про запас есть еще одно сочинение, но если... Мы посмотрим, потому что то вообще тоже удивительное сочинение Бердшика Сметаны, который, ну, вообще-то есть соблазн сыграть, но мы посмотрим, как это будет. Thank you.
Людмила Суликова. А я надеюсь, что вы со мной согласны, что это совершенно очаровательная пьеса, да? Получились. И, наверное, репертуар флейтистов очень хорошо пополнится за счет вот этих небольших произведений. А они, может быть, технически они не такие трудные, а на самом деле это очень сложно играть эту музыку и вообще классику, венскую классику. Это очень сложно все. Но вот сейчас я еще вас тоже удивлю одним маленьким штрихом. Я нашла тоже еще один сборник, очень интересный. Произведение Гайдена – это 12 небольших пьес для фортепиано. Но 12 я вам не буду играть, это целый большой сборник, а вот все-таки 5 мне вам очень хочется сыграть. Это было издано очень давно, где-то, по-моему, 60 какой-то год был издан, и не было переиздания. Но чрезвычайно тоже концентрация стиля Гайдена, удивительные пьесы, которые вот... Тоже, наверное, педагоги учтут, когда будут давать. Я думаю, может быть, как-то можно тиражи сделать, распечатать. Во всяком случае, у меня уникальный вот этот сборник. Я хочу 5 пьес сыграть Йозефа Гайдена.